Добрый день! Очередное видео о ситуации в Турции с коронавирусом, с жизнью и со всем остальным. В этом видео будут магазины, я вам покажу вход в разные продовольственные магазины, вы сможете посмотреть, есть ли ажиотаж. То есть в магазине мы тоже посмотрим товары, продукты, но и в то же время обязательно надо для того, чтобы понять, что творится, посмотреть вход в магазин. Вот я видел на YouTube, и вы наверняка видели американские магазины, очереди, тележки, люди, шум, гам. Магазин ужас, миллион людей, назад тоже миллион. Вы можете видеть, вот у нас один магазин, вот второй магазин. Пожалуйста, набор паникюра, туалетная бумага, все уже на улице. Бери, не хочу, никто не берет. В то же время, обратите внимание, людей стало меньше на улице. Турки молодцы. Призвало правительство меньше на улицу выходить, и турки меньше на улицу выходят. Наши иностранцы, немцы... Все ходят, гуляют, не празднуют это все дело. Пока еще не относятся серьезно к этому вопросу. Но турки молодцы. Вот, пожалуйста, можете наблюдать. Это не закрытые магазины, не фотография. Это вход в реальный магазин среди белого дня. Но покупателей очень мало. Это радует, потому что в магазине продукты и товары имеются. Ажиотажа нет. Дефицита нет, ничего нет. Все спокойно, все нормально. Никто панике не поддается. Вот, пожалуйста, то же самое Мигрос. Туалетная бумага на улице. Никто не берет. Ну, видимо, Мигрос и остальные магазины, увидев панику в других странах, подумали, может быть, под это дело что-нибудь удастся продать. Честно говоря, под панику и сам подпал. Купил туалетной бумаги на всякий пожарный. Ну, вот мало кто. Иностранцы в основном, туркам это все не нужно. Также следует сказать об изменениях, которые происходят. Закрыты магазины, которые одежда, некоторые промышленные товары, закрыты магазины. Ну, я уже говорил, закрыты рестораны, кафе и все остальное. Если кто-то остался открытым, то нещадно штрафуют. Есть открытые, но они на вынос, так скажем. То есть заказывай, или из дому заказывай, доставляют, или заказ закажи и ожидай, на улице тебе пакет с едой вынесут, отнесешь домой. Вот еще один Мигрос, транспорт ходит, вы видите, что живой магазин, не фотография, люди есть, входят в магазин не очень много людей, выходят, обратите внимание, на руки, на пакеты, на сумки, которые в руках. Просто обычно, ежедневно, как всегда это было до того, как начался карантин и вирус и все остальное. Люди обычно покупают обычные товары на повседневный, так сказать, ежедневный спрос. Здесь уже движение, пожалуйста, песик есть, все есть. Еще одно новшество. На входе в магазин вот такие штучки. Пожалуйста, растирай. Дезинфекция. Здесь вот написано. Перед входом в самом магазине есть такие же самые. Дезинфекция. Все на высоте. Не только продается, но и можно вот использовать на входе. Овощи, фрукты в магазине есть. Все, что хочешь, пожалуйста, ничего не пропало. Арбузы из Ирана. Тем не менее, арбузы не заразные, можно кушать. Яблоки, груши, картошка, все есть, и причем в ассортименте, пожалуйста, капуста. То есть, как у нас говорят, борщевой набор имеется. С голоду не помрешь. Вот тебе, пожалуйста, колбасы всевозможные, суджук, и не просто суджук, вот колбаса вареная. Бери, не хочу. Еще даже и акции. Вот обратите внимание, если в других хватают и цены дорожают, то в Турции ажиотажа нет. Сахар, то же самое. Не подорожал в связи с случившимся. Да и куда дорожать, его никто не берет. Консервы есть. Всевозможные варенья есть. Мед есть. И вы видите, по пробелам не очень-то кто-то особо это все расхватывает. Молоко имеется. И есть все, что на основе молока, разные детские вкусняшки. С добавлением разных фруктовых и не очень. Завтраки есть. Масло и подсолнечное, и оливковое.
большом ассортименте имеется, никто про запас не разобрал. То есть, если о туалетной бумаге можно что-то сказать, что турки ею не пользуются, то маслом уже точно пользуются, но оно на месте. Просто повседневно, кому чего надо, тот берет. Так же само печенье, шоколад вверху можно видеть. Вот, пожалуйста, крупы. Крупы в больших упаковках. Надеялись, очень надеялись. Торговые сети. Вермишель, пожалуйста. Надеялись, будет спрос, будет ажиотаж. Сахар мешками. Чай в огромных упаковках. Бери, не хочу, бери. Паникер, приходи, бери, хватай. Нет, нет, не паникуют турки. Турка на эту мульку не возьмешь. Это не Америка, да. В Соединенных Штатах это все намного проще. А вот еще набор, очень удобный. Не хочешь ходить, собирать. Вот, пожалуйста, коробка, вот состав. По килограмму крупы, макароны. Та же самая мука, сахар, напитки, чай, кофе, капучино. Все есть. Вот, пожалуйста, даже письмо сверху с пожеланием приятного аппетита. Бери вот крупы, бери масло, бери... Бери кока-кола, все есть. То есть забегай, хватай и убегай, как вот в Соединенных Штатах. Но пакеты стоят, упаковки стоят, никто не забегает, никто не хватает. К сожалению, большому ритейлеров турецких никто ничего не хватает. Вода стоит и в мелкой упаковке, и в большой упаковке. Бери, запасайся. На всю жизнь можно запастись, но никто ничего не и не пытается даже. Как телевидение не показывает, вот стиральные порошки. Ну, казалось бы, бери вот на 5 килограмм, 10, все для тебя. Нет, скидки на моющие средства, видите, это же кошмар. Где вы можете в США, да уже даже и в России. А вот еще, родная, дорогая. Милое сердце американца, туалетная бумага. Страшный дефицит в Соединенных Штатах, вот в Турции. На. У кого родственники в Америке, можно отправить. Дезинфицирующие салфетки, ой-ой-ой. Это же бомба страшнейшая. В США за $100 пачку продать можно. А в Турции на. Еще и акции, еще и скидки, да. Бедные супермаркеты, как они хотели, чтобы это все разнесли, все это разобрали. Но нет, турков так просто, как американцев, на мульку о коронавирусе не возьмешь. Вот тебе, пожалуйста, моющие всевозможные, на хлорке, без хлорки, все есть. Ажиотажа нет, продукты есть, товары есть. Это все в этом видео. Всего доброго!